Всем здорово, с вами Эдгар, вы на канале Мысля от Эдгара. Сегодня возникла такая вот мысля, бизнес, летом. Я тут просто заехал в поле, посмотреть, есть ли земляника, чтобы уже с семьей вместе приехать и пособирать. И тут наткнулся на то, что... Философия, обзоры, политика, критика и обучающие ролики. Да хорошо, вы все знаете! Сня от Эдгара! Про российскую пенсию! Нет, на моем канале все так, как это реально есть. Без всякого фальша. В поле очень много разных растений. Вот посмотрите, я собрал очень красивый букет. Как вы думаете, такой букет сколько будет стоить, если я это куплю где-нибудь в магазинчике? По-любому такой букет будет стоить, ну, не меньше, чем 500 рублей. Так вот, идея для бизнеса. Думаю, что не новая, но и многие просто про это не задумываются. Говорят, у нас вот денег нету. Вот если бы у меня вообще денег не было, я бы вот так делал. Кстати, у меня жена когда-то была школьницей. Вот, она вот так вот продавала цветочки, чтобы заработать деньги. Потому что денег не было. Вот, а у нее мама работала в цветочном магазине или где там... хлебопекарни. Все между делом они вот так вот цветы продавали, они в поле собирали и делали продажи. Так что хорошая идея. При этом здесь есть очень много всего вообще. Вот ромашки всякие разные растут. Вот такие вот желтые цветы растут. Много вот таких вот каких-то пушистых, вот смотрите, вот такие пушистые штуки. Я даже не знаю, что. Вот здесь есть вот даже вот колоски вот эти. Много-много чего. Так что, я думаю, несложно вот приехать. Я здесь буквально вот на вот этой небольшой территории минут 10 огромный вот такой вот букетище собрал. Выглядит вот как из фильма «Аватар». Вот, смотрите. Какой красивый. Такой по-любому рублей за 500, наверное, зайдет. Вот, если не дороже. Идея в чем? Вы приходите, полей вот таких вот огромное количество в России. Собираете штук 10 таких букетов. И в любом местечке где-нибудь возле магазинов, остановки, где угодно. Не обязательно там аренды платить, что-то. Просто с букетиками стоите вот. Продаете вот. По-любому мужики там, проходя мимо, своим женам, дочерям захотят подарить вот такое. При этом это не какие-то выращенные там официальные цветы из питомников. Это просто из поля, ромашки всякие разные. Вот еще какой-то, вот такой я еще не срывал. Вот желтый цветочек. Вот тоже можно сюда в коллекцию добавить. Короче, здесь очень много всего. Вот так вот просто собираете. И понеслось. Если вы за день даже продадите парочку букетов, вот вам 1000 рублей за день. В принципе, ничего такого не нужно делать. Минимум затрат и нормальный такой заработок. Так что, ребята, советую вам это все дело. Все лето можно это делать. Все лето. Я не знаю, может быть, кто-то этим уже занимается. Напишите, будет интересно. Я вот просто тупо приехал, куда-то в поле заехал. И вот нарвал такой вот цветочек. Букетик. Сейчас повезу жене и дочке. Красота, ё-моё! Красота, лепота! Офигенно просто! Так что вот, зарабатывайте деньги. Собрал еще один букет. Маме. Вот, посмотрите, как быстро можно это сделать. Просто шикарно. К
красивейший букет. Буквально 10 минут, как из фильма «Аватар». Живой букет, смотрите, цветы как вот двигаются. Вот так вот подальше сделаю. Вот такой вот букетик. Ромашки всякие разные. Еще чего-то, я даже не знаю, что это. Такие пушистые штуки. Такое ощущение, что букет живой. Один маме собрал. И один дочке женой. Все, привез я букеты. Сейчас Эдвин отнесет бабушке. Один букетик бабушке. Один Оле. Че, классный букет? Вообще шикарный. Самый лучший букет. Вот серьезно. Да. Эдгар самый лучший флорист. Да, 10 минут каждый букет. Все. Я бы мог таких еще разные всякие пособирать. Вот. Стоп, ты сам собрал? Да. Да, в поле нифига собрал. Себе ты. Видишь, какой он. Я-то думаю, папа, это уже пипец. Как... А, купленные? Да, да, я тоже так думаю. Нет, это офигеть. Я собрал в поле. Ничего себе, красавчик. А клубника даже маленькая, сладкая и вкусная. Да, и клубничку земляника. Еще собрал, вот, землянику. Интересно, вообще, вот если так в поле, да, делать такие букеты, продавать их, а не... Я уже ролик заснял, Эдвин. Такая же мысль пришла. Да. Вот я снял ролик, как делать бизнес. Берешь, идешь вон в поле, вон в ближайшее, и продаешь. Минут 10 на 15 каждый букет собрал, и рублей за 500 такой букет можно продавать. 1000 уже есть. Да. А в поле таких ресурсов много? Бесконечно, Эдвин. Только надо креативить. Особенно мне вот эти пушистики понравились, как будто живые букеты. А вот так. Как будто нет, это... Видишь, да, такие? Они массаж делают лица. Вот, отнеси бабушке. Сейчас. Посмотрим реакцию. Ну. Подождите меня.